Мешканці дому на Софіївській 8 розгрібають наслідки пожежі, яка, на їх думку, трапилась не випадково. 3 червня вранці люди прокинулись через сильне задимлення тамбуру на першому поверсі. Деякі мешканці до поширення вогню чули сильний вибух, тому і розбудили сусідів. Одна з версій – хтось намагається допекти сусіду адвокату. Люди переймаються, що це може бути не остання пожежа. Слышав бешений взрив. У меня вот окно открыто, я так еще сам себе подумал, сначала думаю, это у нас есть ремонт делают, думаю, как же они так стучат, что я сюда слышу. Ну, взрыв был очень, но я не придал внимания. Буквально через 3-4 минуты, может 5, второй раз взрыв, меньше. Но первый огромнейший был, вот знакомые в Ляпунова 6 живут, моей дочке подруга говорит, мы слышали тоже взрыв. Я беру, открываю штору и смотрю в окно. Вот отсюда бешеный дым идет, как с теплохода. Вот когда едет паровоз, я такого за 63 года не видел. Прибежал сюда, мы закрылись, уже здесь было полностью все темное, черное, кроме сажи ничего не было. И мы вот здесь спасались, мы минут 10, наверное, были. Минут 10, покуда, может 15. Мы вот это дышали, что вот этим у нас там воздух заходил. Там уже люди ходили, я говорю, выбивайте двери, там будите людей, мужик один, он с первого этажа. Від пожежі постраждали 6 квартир. Мешканці кажуть, якщо б не відчинені вікна, могла бути трагедія. Мы проснулись и от криков соседей, что просыпайтесь, Оксана, пожар. И слава благодаря им мы просто не учадили или как, не задыхнулись вот этим чадным дымом. Потому что когда мы проснулись, все в квартире было просто в дымке. Вот. Дышали через окно и просили помощи через окно у людей, чтобы позвали пожарников, и они нас через второй этаж просто уже эвакуировали во двор. Вот. И сейчас хотела бы показать вам, как у нас обгорело, не обгорело, а просто дымом затянуло все в кухне. И ну, проходите, посмотрите. Вот, начинаем отсюда. И вот так оно все пошло. Все вот сюда. И вот все вот это вот у нас было черное. Мы зашли в доме, все дымом черным. Мы просто не могли выйти сюда на кухню, чтобы посмотреть, что делается на парадной. Мешканці вважають, що це не випадковість. До пожежі тижнів зо два, тому невідомі обрізали дроти. Можливо, через діяльність сусіда-адвоката. Стурбовані люди звернулися до поліції та прокуратури. Были люди, которые оборвали ряд проводов преднамеренно, причем они на хорошей высоте расположены, они на, вот, на стенке даже в данном случае. Вот так просто их не поднимешь руку, не залезешь, да? Их нужно конкретно вырвать, видите, на какой высоте они находятся, и хорошо были они закреплены, их нужно специально вырвать. Это было ранее. Потом вот это то, что соседи рассказали, вот разные слышали, причем очевидцев есть достаточно, потому что сейчас они не могут присутствовать, что именно были слышны именно взрывы. Мешканці чекають від поліції гарантування безпеки їхньому дому. А поки що люди самотужки намагаються привести до ладу згорілий тамбур та чекають допомоги від місцевого ЖКСу.